«Ловись, рыбка малая и велика» на озере Гомель прошли соревнования среди рыболовов Полочины. Проверить свою выдержку и умение собрались 70 рыбаков со всего Полоцкого района. Организатором соревнований выступило Белорусское общество охотников и рыболовов. Условия простые. Рыбаки выходят на лед на 3 часа. За 3 часа они должны поймать максимальное количество рыбы, чтобы занять почетные места. Озеро Гомель на Полочине – место клевое во всех отношениях. Соревнования по зимней рыбалке проходят здесь регулярно. Чтобы не мешать друг другу, спортсмены разошлись по всему водоему. Площадь позволяет. Упорство должно быть, ну, стремление искать поиск рыбы, активный поиск рыбы. Ну, удача тоже. Бывает, что на них соревнованиях удача повезла. Для этих людей рыбалка – образ жизни. Любимое хобби стало и увлечением, и возможностью посоревноваться. Самому молодому участнику 12 лет, но он уже рыбак со стажем. Впечатление много еще, что приз дают, а еще что можно по льду походить на зимней рыбалке. Рыбаки признаются, что рыбачат не ради наживы. Верх берет спортивный интерес, а природа в этом помогает. Красивый пейзаж – это отдых для души, а зимние условия добавляют остроту ощущений. Сейчас зимой хорошо клюют окуньки, плотва. Вот, ну, это дело. Специально для участников соревнований подобрали призы, профессиональный инвентарь, удочки, снасти. Победителем стал Константин Лукьянов, которому за 3 часа удалось поймать 3 килограмма 120 граммов рыбы. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.